Ad friend. Как тебе пати кинуть? Invite to party. Я вроде кинул тебе пати. Ой, окей, все. Да начнется говноконтент. Больше не распространяюсь подобной информации из-за таких, как ты. Из-за, ну, из-за того, что вообще, из-за того, что люди из себя представляют. Вы же, блин, ну, большинство людей, да, как бы, совсем тупые животные. Так я нажал ready, что? Я нажал, я не понял. Чё хочешь? Чё я должен был сделать? Request — это ready check. Ещё я нажал ready. Добрый початок! Что за хуйня, что он делает? Что это такое? Чё, издевается? Как можно с Сайленсером выиграть эту игру? Против Хускара, против Легионки, против Варлока? Oh, yeah. Как? Невозможно, нету шансов. Нахуй тогда ты вообще нужен в пати? А в чём моя вина? Так ты должен выигрывать игру. В смысле, нахуй ты ещё нужен в пати мне? Я ж не собираюсь играть, алё. Чё думаешь, я буду играть на Марте, выигрывать, пытаться? Там хейтер пикнул Легион Командера, чтобы нажимать Bloodmail и нажимать на меня ульт. Ну я зашёл сюда как бы не тащить, а отдыхать. Сейчас отдыхать? Ну, в ВП тут отдыхает, я сам. Каракос, каракас, Виталий, царь, пидорас, Свен, не дает спермадок, говно, трафла, не вала. Охуенно без экспы стоять, просто кайф. Типа, вы со мной постояли, а теперь панда ушел, и я даже уже не фармлю. Как это без экспа? У меня есть экспа, надо было тренировать. А что он делает? Он сильный. Варлока лучше, блять, алё. Давай, килл забирай. Мне это не поможет, поверь. Ну тогда следующий я заберу. Майк, ты фиг отменил. Стандарт. После такого должно быть стыдно заходить даже в игру. Я на врескинге отменял, блядь, криты по 10 раз за игру, когда у меня было там, не знаю, миллион ПТС. Эти криты отменяются, это вообще жесть. Шел левел 10, я побежал. Че, ты убегаешь сюда? Я еле выжил, смотри. Ты что, биомусор? Чем ты убежал? Yes. Я еле выжил. Я сгорел на базе даже. Ой, все, короче. Я тильтанул от того, что ты убежал. Так я на базе сгорел под фонтаном. Так мы проебали бы этого уже. Я ж не могу играть Мартой против Пускара. Это ж не герои. Я ж не могу играть после армлета уже. Никак вообще. Тем более у него почему-то 11 уровень. Там чел сказал, все нормально, Хускар в говне. Я слышу, у него 11 уровень. Как такое может быть? У меня же вообще не герой, я не смогу играть. Ну да, у меня же героя нету. У меня просто крип. Ты не бьёшь, не? Чё я должен ливать? Мы поиграли, чё мы играем? А мне даст, не даст больше игры low priority или нет, я не знаю. Нет, так же будет 5. Просто бан будет небольшой. На пару часов, на хаза. Типа типа Пускара. Ну не слабая, но это как бы одно из... Надо микропомощь, ребят! Одна из негативных, черт. Это давай, убьешь его. Давай, давай. Прыгай давай! Еее, парни, ну это камбэк! На камбэке сидь, пацаны. Not yet. Слышь? А ты знаешь, что такое SKS?
СКС? Снайперка в ПБГ? Нет, С... Нет, СХС. СХС? Да. Соси хуй, Сёма. Чё-то изи, бля. Почти. Там Сай. Ха! Чё-то изи. Сейчас отвечу после этой игры. Ну, если это можно назвать игрой. Как это, нормально? Хочу поехать на Т-8, что я думаю насчет этого? Ничего. Какое место может быть в ЛП, если я никогда не руинил? Ты хоть раз видишь, что я руинил в ранкеде? Вообще хоть раз. Не, просто ЛП загоняет, а тебе надо делать. В смысле? Я никогда в жизни ЛП не играл. Ничего, делать нехуй. Только дауны играют ЛП. Что ты его начал играть? Так я не играю, где ты видишь, я играю, алло. Так ты быстрее как нормально дотишь, ты можешь играть ЛП. Ой, блять. Слышь, вот ты играешь ЛП, смотри. Ты до сих... Вот ты играешь ЛП, и чё? Братишка, соли. Я верю в тебя. Нормальный дотер, видишь, да. Нормальный дотер? Ты всю жизнь играешь в доту, ты до сих пор играешь в доту, ты ничего не делаешь, кроме доты. И чё, типа... В лучшем случае, не знаю, средний дотер спустя миллион лет. Ты либо играешь ЛП, либо не играешь ЛП. Чё ты высираешь? Почему у нас бараки стоят, я не могу понять. Брат, я скуплю. Так мы выиграем. Но я играть не хочу, как мы выиграем. Так ты не нужен. Можешь уходить, в принципе. Ну если я выйду, я тогда не выиграю. Это пиздец. Если ты выйдешь, то и я выйду. И они не выиграют. Но если ты останешься... Выйди первый, короче. Понял, забирай. Ты здесь главный. Я? Ну я не заслужил. В смысле, что ты не заслужил? Я пошел играть не по своей воле, меня заставили. А меня не заставили, блядь? Меня с тобой заставили играть. Это меня с тобой заставили. Чё, дал? Слышь, а как ты будешь через сколько минут? Чё? Не знаю. Через сколько минут ты будешь выживать? Через 15. Давай, возьму их, пожалуй. Давай. Ты видел соло? Соло убил. Пока. Ты же понимаешь, что он на тебя прыгнул только потому, что это стрим-снайпер, который, ну, хотел на тебя на стриме прыгнуть. Не, вот он на меня вряд ли прыгнул. Пасыки! Пасыки! Ебать ты солитель, конечно. Солитель. Что за слово? Слышь, ты когда заплатишь мне за ЛП? Что это помогает бить? Тебе за такое ебало надо отбить. За такую помощь. Ты должен был играть. Если ты бы ты играл бы, то Лансер бы выиграл. Как это выдерживать, блять? Это ну. Такое мучение. Просто 5 игр еще и выиграть. Так, теперь все, мы пиздят. Ну что еще? Папаня, какая твоя любимая порноактриса? Можешь несколько назвать. Не знаю. Я уже тысячу раз повторял, что не смотрел давно. Чтобы выйти с лоу-приорити, нужно выиграть. Слушай, а сколько бы ты в теории сломал шмотки рублей? Сейчас прямо? Ну да. Ну не знаю. За 4000 рублей сломал бы шмотки, изи.
офигеть, пошел по миду за сколько? Хотя не знаешь, не, я не стал бы, я передумал. Я уж, ну, я лучше так буду рунить, ну, пассивно. Я не хочу активно рунить. Я никогда активно же не рунил вообще. Даже в лоу приорите. Это, конечно, похвально. А, вот так никто это не ценит. Чё? Никто это не ценит. Бля, мне похуй. Это просто факт. Но все равно, ща. Прям такой вопрос, что ты охуеешь. Что бы ты выбрал? Быть нищим в реале? Или быть нищим в игре, которая идет на жизнь? То есть, если ты проигрываешь, то ты умираешь в реале. Подумай. День, когда мозг остановился. Че так долго? Я до сих пор не знаю. Еще раз повторяю, быть нищим в реале или быть нищим в игре, которая идет на твою жизнь в реале. Если ты проигрываешь, то ты умираешь в реале. Где бы ты выбрал быть нищим? Давай, давай. Ты запук. Че ты? Да, да. Подставься под хекс, даунич. Заберешь я его? Вместо меня, слушай, я. Да что ты выбираешь, заебал? Ты короче, не можешь. Короче, да я не знаю, ты забери, я же сказал уже два раза. Ну еще один раз. Че бы ты выбрал? Быть нищим в реале? Или в игре Доты 2, которая идет на твою жизнь в реале. То есть, если проигрываешь, умираешь в реале. И чё бы ты выбрал? Нахрена такое спрашиваешь? Это слишком сложно. Ой, бля, ты это жестко придумал. Ну хорошо, на каком я герой тогда был бы? Парень, у меня Егис, у меня Егис. В смысле, на каком-то герой был бы? На каком герой? Может быть, на саппортах нищим. Блять, ты думаешь, это зарешает я или что? Типа, он не забыл, ну, да. Скорее всего. Может затащить. Так ты будешь уточнять? Oh, yes. Нет. Тогда первое. В реале. Быть нищим в реале. Потому что ты боишься проиграть игру на жизнь. Да потому что ты не можешь сказать условия. Я сказал уже условия. Они плохие, уточни их нормально. Либо ты их уточняешь, либо... Либо ты идешь нахуй. Ну, либо так. Почему я должен выходить из ЛП? И я как бы ЛП не заслуживал, это пиздец. Держи в курсе, всем очень интересно. Что и ты не заслужил его. ЛП это твой новый дом. Подали бар. Ты бы хотел, чтобы тебе было лоу приорити в реале, прям? Слышь, хотел бы, чтобы тебе... Что бы ты выбрал? Чтобы тебе вынесли трон или дом твой, блядь? Ты что бы ты выбрал, сука? И при условии, что играет на жизнь! Вы даже... Трон, которая на жизнь! Или чтоб дом в реале вынесли! Что бы ты выбрал? Не знаю! Второй, я сейчас не выживу. Ты видел КПЛ разложил? Ты видел мой дэмэдж? Ты почти Варлока пробил. Я почти победил. Я почти, короче, снес четверть хп Варлоку. Клан, короче, девочка. Чем с ним играть, если он, ну, если он не собирается выиграть мне игру?
Короче, сейчас мне выпадает хороший герой, я ливаю снова и не захожу в доту 2 недели. Если ЛП само не спадет, то получается я больше никогда не буду играть в доту. Но, учитывая, что я и так уже год, я уже целый год в принципе не играю, по сути, ну, нормально, полноценно. То есть, когда я последний раз выкладывал, там, вот, когда я, ну, вот-вот без стрима, когда я потел в доту еще. Хотя это было, кстати, не, меньше, чем год назад, но anyway, это было слишком редко. Это, по-вашему, nice герой, да? То есть, играть в priority на Dark City, на Семадоге или на Лондруиде. Хорошо, короче, сыграл, держите в курсе. Проверим. Проверим. Все по гайду сделал, гайд. Все по гайду сделал. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.